Но. Вон какие засыпаем в него лучку, чтобы у нас сок дал. Черемшичку сибирскую. И подсаливаем. Теперь укладываем его и начинаем запечатывать. Заворачиваем. То будем загружать. Разгибаем костер. Загружаем. Три рыбака, три рыбки. Все готово. Ждем, пока приготовится. Переворачиваем. Готово. Готово уже? Да. Ну да уж. Да, он нежный. Так, ну, он и не... Такая вкуснятина получилась.